О проекте мне трудно сказать. На самом деле, если бы я знал, что будут такие вопросы, я бы миллион раз подумал. Наверное, бы нашел 1000 причин, чтобы отказаться. Потому что, ну, мне кажется, что иногда ты просто выглядишь дураком, отвечая на какие-то вопросы, потому что вопросы, ну, просто очень специальные вопросы. Даже какие-то они не человеческие, они какие-то политические вопросы, да? И все равно ты высказываешь свою точку зрения, которая, я понимаю, что для многих людей она будет просто, ну, неприемлема, да? И многие будут говорить, а зачем этого-то позвали? Чего он сказал-то? Лучше бы Соловьева. Вот Соловьев бы он все разложил по полочкам. Но вот правду могу сказать, такого интервью я никогда не давал, и мозги, они кипели.